Аким области Карим Кокрекбаев сегодня побывал с рабочим визитом в Жуалынском районе и посетил ряд объектов и крестьянских хозяйств, а также ознакомился с ходом снегоуборочных работ в отдаленных сельских округах. В первую очередь глава региона ознакомился с не имеющей аналогов в Средней Азии солнечной электростанции, принадлежащей ТУО «Бурная Солар». Кроме того, обсудили ряд вопросов, возникших при планировании второго этапа строительства станции мощностью в 50 мегаватт. Далее Аким области посетил отдаленный от районного центра сельские округа, где жителям нынешняя зима причиняет некоторые трудности. Например, из-за обильных снегопадов и метели закрываются автомобильные дороги. А также ознакомился с ходом снегоуборочных работ на заснеженных заносах на трассе в направлении села Бауржан-Мамушилы. Посетил Карим Кокрекбаев и школу вместимостью 120 человек в селе Ертай. В сданную эксплуатацию в 2015 году в среднем учебном заведении работает 34 сельских преподавателя. Глава региона в ходе рабочей поездки не оставил без внимания местных предпринимателей, заслушав проблему от предпринимателей, дал ряд поручений руководителям соответствующей сферы. В завершении рабочей поездки встретился с активом района, где подверг критике работу местных акимов. Почему не работаете? Вот сидят же акимы округов. Почему не подтягиваете народ? Сам, если не пойдешь к народу, они к тебе не придут. Кто ответственен за это из замов? Вот слушай, работайте с народом. А насчет проведения газа, какая еще экспертиза нужна? Просто провел газопровод и все. В общем, с марта начнете и до апреля закончите.